пригородных аульных округах Ахсуат и Акжарма также кипит работа. Здесь ремонтируются дороги. В рамках программы «Аул Ельбисыга» в аульном округе Ахсуат проведен капитальный ремонт школы номер 143. Сегодня в учебном заведении обучается 12 дежурных групп с 1 по 4 классы. Завершен ремонт и детского сада «Асыл-Ай». Ремонтируется 21 улица. На 9 постелен гравий, 2 заасфальтированы. Остальные 10 улиц будут завершены в течение месяца. Такая же работа ведется и в населенном пункте Талдаарал. Наш аул благоустраивается. Провели электричество, водопровод, строят дороги, прокладывают асфальт. Все мы, жители этого аула, этому только радуемся.